Семку. Ну что, побежали дальше? Побежали смотреть, что у нас тут с вами ждет. Какие... Ага, ля. А это босс, мини-боссик. У нас сейчас будет с вами мини-боссик. Ну ладно. Давайте попробуем. Давай попробуем и посмотрим, что нас тут ждет. Так. Еще один. Так, до побачення. Ага, минус один. Минус один. Тихо-тихо-тихонечко. Не так близко, пожалуйста. Ага, ага. Стой, Арчи. Беги. Нет, погоди. Так, отстань, пожалуйста. У меня, конечно, есть штука, чтобы от огня спасаться. Но я сейчас так откисну, пока месь он сообразит. Так, стой. Все, я ухожу, не переживай. А где этот? Где этот наш друг? Ага, вот иди наш друг, понял? Отлично. Отлично. Не? Давай без вот этих вот. А можно мне прокачать уровень? Все, отлично, да? Есть, все, побежали вблизь к нашему боссу. Во. И до побачення. Так, трубка вихря. Нелегко было. Что за трубка вихря? Трубка вихря. Это где? Так, это не сюда. Трубка вихря. Не сюда. Рюкзак. Вот, трубка вихря. Ценный ресурс, принадлежащий самому ожогу. Используется для создания мощного модификатора. Так, вот, да, пламя, все что. Ага. Блин, аж хочется слетать домой, посмотреть, что оно нам даст. Но как-то быстро это все произошло. Согласны? Так, выход. Нам точно на выход? Точно ли нам на выход? Ну ладно, побежали. Побежали на выход. Может, слетаем домой? Посмотрим. Что за модификатор нам дадут? Хотя мне вот эти вот черепа и коррозия, вот это что дают, или что это такое? У меня вполне устраивает, если честно. Вполне меня устраивает, прикольная штука. Так, найти след основателя в джунглях. Ага. Давайте домой сгоняем, посмотрим. Так как мы, в принципе, с вами босса победили. Так, шикарно. Босса победили, есть время сбегать домой. Да. У меня полный рюкзак забитый вот такими вот штуками, ускорителями и все остальное, но я что-то пока месяцами не пользуюсь. Может, в конце пригодится. Это будет мега-супер-пупер-босс. Привет. Да? Ну, давай так, глянем. Ага. Выпускает огненный шар, который при взрыве наносит возбить урона от огня и накладывает эффект горения на всех врагов в радиусе 2 метров. Ну, не, в принципе, прикольно, но не. Ладно, давай его просто создадим, пусть он будет. Ну, а, меня... Иди уже. Меня устраивает конкретно... Иди, да, иду. Меня конкретно устраивает что-то то, нужно? Что у меня есть сейчас, да. Что тебе нужно? Дай посмотреть, могу ли я прокачать. Да, могу. Давай, наверное, тебя, да, сколько у меня? 34. Да, давай. Сюда, чпоник. Давай сюда. Сюда.
И ладно, давай пехоль прокачаем. Так, броня. Броню не могу. Броню не могу, потому что мне тоже железо нужно. Так, это что такое? Кристалл, кристалл нужен. Блин, может что-нибудь еще прокачаем? Или не, или не стоит. Шип это тоже прикольный. Наносит 200 единиц урона, но... Ладно. Береги себя. Пока ничего не будем качать, побежали. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да и все, иди знаешь куда. Так, 5 косарей у нас с вами есть. Ну, ладно, пусть будет. Может потом получится как-то закупиться, потому что вот смотрите, у нас много всего. Тут еще коробка с боеприпасами есть. Восстанавливает боеприпасы. Так. Заряжение, заряжение, эффект перегрузки. Угу. Идемте дальше. Но зато дробовик прокачали и пехоль с вами. Уже неплохо. Уже неплохо. И если не ошибаюсь, по-моему, когда прокачиваешь дробовик и пехоль, то и прокачиваются вместе с ними эти, как его... Вот эти вот штуки, модификаторы. Я надеюсь на это. Я на это надеюсь. Так, мы отсюда... Откуда? Мы отсюда, да, пришли? А теперь нам нужно... Без понятия, куда. Таланты есть? Нет, талантов нет. Но скоро будут. Так. Бонжур. Привет. Понял, а ты общаться со мной не хочешь. И, наверное, в дверку ты меня не пустишь, да? А не пустит ли? Угу. У нас и слева есть вход какой-то, либо выход. Так, давай посмотрим. Давай посмотрим. Или нам в ту дверку надо? Так, бонжур. Ладно, побежали в дверку. На крайняк вернемся, правильно я понимаю? Или нет, или да, или кто? Так, карта. Вот и налево есть что-то мигает. И тут есть что-то мигает. Блин, ну ладно, ладно. Пошли сюда. Пошли сюда, залутаемся. Так, привет. Кто тут есть? Кто тут есть, кого тут нету? Так. Угу. Ограничительный шнур. Надо будет посмотреть, что это такое. Надо будет посмотреть, что это такое. Так, минус. Минус. Во. А с прокачанным дробовиком интереснее играть. Так, дай сюда. Все, с трех тычек уже отъезжаешь. Отлично. Ё-моё. А, ну да, у меня ж против электричества ничего нету. Если бы я еще попадал бы... Если бы я еще попадал бы, было вообще отлично. Так, перезаряжайся, перезаряжайся. Все, закончились? Нелегко было. Нелегко было. Так, это у нас что нам дали? Оберег снайпера, камень. Это... Повышает скорострельную стрельбу, рюкзак. А что нам дали? У нас что-то с вами и дали. А что дали? Нам же что-то с вами
Так, ограничение. А, вот, не позволяет владельцу. Восстановление здоровья выше отметки в 50%, но самое здоровье. Также снижает полученный урон. Не, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Так, нам налево, направо. Налево, направо, ага. Так, бонжур. Я думаю, дойдем тут до конца, посмотрим. Может, тут тоже типа дверка какая-то есть. Так, минус. Угу, дракоша. Ты чего? Алло, отстань. Честно, я пришел с миром. Алло. Просто полутаться и все. Я просто пришел полутаться. Угу, это наши черепа звуки такие издают. Потому что я иногда пугаюсь. Так, сундучок. Сундучок, хорошо. Отлично. И все? Больше ничего? Интересного тут не будет. А нам нужно с вами найти ключ. Привел меня в джунгли, ага. Угу. Так, привет. Получи. Это все. Получи. Так, таланты, отлично. Давай, 18. Прыгнуть. Прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть. Побежали. Если честно, я уже заблудился, куда нам надо, но я вижу дверку сзади нас. И она нас куда-то должна сейчас привести. Самое интересное, куда же вел другой ход? Ну, мы это зашли в дверку. А там же счастливо был. Путь. Куда он вел? Надеюсь, нам туда не надо было. Так, контрольная точка. Ага. Чпоникс. Только не говори, это там, где мы были, с монстрами сражались, что это то же самое. Это все то же самое. Или нет? Так. До побачення. До побачення. Побежали наверх. Ага. Ящичек. А вот эти вот звуки мне уже реально не нравятся. Это что там за Годзилла? Вот там за Годзилла орёт. И как мне к тебе прийти? Так, ну это не ты явно орёшь. Это явно не ты орёшь. Так, сейчас, ребят, секундочку. Одну секундочку, нужно кое-что проверить. Так, двигаемся дальше. Пришлось нажать на паузу и отлучиться от компьютера. Так что побежали дальше смотреть. Что нас тут с вами ждёт? Есть ящичек? Не. Нема, плохо. Кто это? Кто это был? Алло? Ага, здорово. Здорово, здорово. Я уже испугался. Вот тут сейчас какой-то здоровый монстр будет. Так, привет. До побачення.
все-таки зацепил. Все-таки зацепил, падла. Ага, здорово. Здорово, барашек. Тихонечко, ты чего? Прекращай, это нам не надо, вот это вот такое. Так, все, до побачення. Ага, что это такое? Очко навыков, хорошо. Все, и еще разочек у нас будет по максимуму. Понеслась, только куда понеслась и в какую сторону? Сюда, да? Ага, тупик. Ладно, и... Ага. Ну, конечно, молодцы. Лучше бы мне дорогу подсказали, куда идти. Крыться в какую сторону? Во, наверное, сюда, да? Наверное, сюда. Нелегко было. Ну да, согласен. Было нелегко. Все? Закончились? Так, дай забрать, сейчас мы к тебе подойдем. Не знаю, кто там есть, кого там нету, дай посмотреть, что у тебя тут. А у тебя вкусненького тут ничего и нема. Кроме... Думал, кроме ящичка, но даже ящичка нет. Ладно. Ладно, бегим без ящичка. Бонжур. Донде стали библиотека? Не знаешь и не знаешь. О, вон. Вон какая-то очередная дверь. И надеюсь, что эта дверь не оттуда, откуда мы пришли, а типа следующая. Да, вроде следующая, хорошо. Покажи мне рюкзачок мой, 57-14, во. Шикарно. Шикарно, впереди нас ждет босс, я вижу. Так что идемте домой. Идемте домой, наверное, прокачаем пехаль себе. Ну, либо этот дробовик, либо пехаль. Сейчас посмотрим. Либо дробовичок, либо пехаль. Возможно, я... Наверное, пистолет, да? Да отстань ты от меня со своей болтовкой. Да я вообще к тебе не подхожу, что ты ко мне пристала. Конечно. Кто обзывается, то так и называется. Так. 14-12, а здесь 14-12, блин. Угу. Ладно, давай вот так сделаем. Броня, броню не могу. Попупка брони, создание тоже ничего не могу. Пока. А у тебя создать тут ничего нельзя? Да? Я бы тебе в рифму ответил, да, ну ладно. Боюсь, нас детки смотрят по поводу «да» и по поводу «нет». Кстати, по поводу «нет», напишите в комментариях, чей там ответ. Хотя YouTube не пропустит такое. Так что можно написать «петрушки» ответ. Во. Так, побежали.
Побежали смотреть, что там за мини-босс нас ждет. Так, перепрыгнуть могу? Да. Шикарно. И минус ХП, да, потерял, да? Стад мучеников. Угу. Окей, давай смотреть. Кто тут нас ждет? О, здорово. Началось, как говорится. Надо ближе подойти. Йоу. Йоу. Отстань. Давай дружить. Ну давай дружить, ну ты чего? It's me, Mario. Так, хпшку восстановить. Хорошо. И последний разочек. Дай. Все, до побачення. Так, розовий кристалл нам дали. Що це такое? Это такое, где оно? Отойди. Так, ценный ресурс, принадлежащий. Ага, используется для создания мощного модификатора. Да не, нам в принципе согласитесь, что, ребят, нам и этого хватает с головой. Как говорится, куда мощнее, чем вот эти вот черепушки и эта штука, что с пистолета выпускается. Так, хорошо. Да ты так шумишь. Падла. Так, тут по-любому, наверное, еще, да, где-то ящички запрятанные есть. Ладно, не будем их лутать. В принципе, пока месть нормально. Двигаемся дальше. Выход. Угу. Итак, найди след основателя в джунглях. Зеленый путь. И где мне его искать, этот след? Ага, погоди. Давай тут посмотрим, что у нас тут точки. А у нас тут точки тупик. Прикольно. Спасибо разработчики, что я потратил драгоценное время на вот это вот все. Так, здесь тоже тупик, хорошо. Плохо, конечно, но ладно. Пусть будет хорошо. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. А вот и... Да. Или не? Или да? А вот и эта дверка, да, что нам нужно? Ага, это этот покупатель. Че покупатель? Продавец, помните? Мы у него покупали. Ага, и ладно, давай сохранимся. Я так и не понял, конечно. Ты чего? Отстань. Дай на мини-карту взглянуть. Так, мы, по-моему, слева, да, с вами были? Может, сейчас направо пойдем? Или куда нам надо? Алло. Слышь? Так, ладно, давай направо. Направо, по-моему, мы сюда не ходили.
Направо мы, по-моему, не ходили. Здорово. Долетался, да? Умничка. Вот это вот позапутывает вот эти ходы всякие. Куда его идти, что его делать? Мемочку навыков. Ля, как несется, ля. Таланты. Все, по максимуму. Теперь выносливость у нас с вами по максимуму. Угу. Минус. Минус, минус, минус. Так. И Гогоша. Так. Погоди. Стопэ. Погоди, еще секундочку. И еще секундочку. И вот так, да. Все, молодец. Ага, ты еще, да, тут? С другом. Ну, почти. В принципе, тебе почти удалось от меня убежать. А как это я не попал? Погоди, ты чего, издеваешься? Как это я по тебе не попал? Ага, тут что-то мигает. Может, нам сюда? Или это очередной какой-то тупик? Блин, ну мы тут были, мы тут залутались. Мы тут залутались, и, по-моему, мы здесь были, да? Ничего не понимаешь, что нам нужно, если честно. Все, лежать. Хороший песик. Слышь, песики, куда нам бежать с вами? Куда нам с вами бежать, скажи, пожалуйста. Кого вы тут охраняете? Ну да, мы здесь походу были. Или не были. Так, это такие звуки мне не нравятся. Ага, контрольная точка. Бонжур. Так, стопэ. Все, нам сюда? Или нет? Или да, или нет, а ну. Карта, так, ключ Эллона привел меня в какие-то джунгли. Угу. Он-то привез нас сюда, но... Блин, просто не хочу... Мы, по-моему, отсюда пришли, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, мы отсюда пришли, да? Да, мы отсюда пришли, мы отсюда спустились. Ладно, ладно, давай попробуем назад. Не знаю, стоит ли так делать, либо не стоит, но давай попробуем. Давай попробуем. Так, найти след основателя в джунглях. Нет, значит нам... Значит нам нужно назад. Мы след так и не нашли с вами. Так, а в чем прикол? Я даже не знаю, куда и бежать дальше. Мы тупо назад вернулись. Почему нельзя тут нажать кнопочку, типа кьюшки какой-то, и этот, как его? И чтоб тебе дала подсказку, куда его бежать. Потому что это реально бред. Так, ну тут мы не были еще. Адреналин. Или были мы тут? Угу. Разрубал, проверяй. Понимаете, что мне сейчас все заново это проходить?
этими всеми монстрами. Блин, это ж мы с вами тогда в дверь зашли, правильно были? Может, теперь в двери заходить не надо, надо пойти налево. А главное еще найти туда, откуда мы пришли. Придется понять, откуда мы пришли с вами. Так, угу, бонжур. Так, кто помнит, откуда мы пришли? Кажется, кто помнит, откуда мы пришли, куда нам надо? Все, спокойной ночки. Спокойной ночки, бегим, ладно. Налево, направо. Направо, налево. Все, тихонечко. Ну прекращай, все, прекращай. Прекращай, пожалуйста. Крыться не до тебя. Ребятушки, не до вас сейчас. Так, побежали. Побежали, побежали. Блин, я заблудился, честно. Честно вам сказать, я заблудился. Так, кто это делает? Кто это делает? Что за звуки такие страшные? Страшно, вырубай. Ладно, пока там череп с ним разбирается, мы с вами пробегем. Угу, вот какая-то дверка. Но, по-моему, мы тут уже... Ля! Не успокойся, да, все никак? По-моему, в этой дверке мы были уже. По-моему, мы уже тут были. Ну ладно. Все равно куда-то надо идти. А куда идти тут? Я без понятия. Так, контрольная точка. Ага. Ага, ага, ага. Нет, тут мы не были. Тут мы с вами не были. Вроде бы как бы. Если не ошибаюсь. Так. Здорово. Здорово, здорово. Ну, наверное, это явно не сюда, да? Это чисто тут полутаться, побегать. Так, контрольная точка, хорошо. Алло, а ты где? А ты где? Бонжур. Понеслась. Угу. Больно, да? Согласен, неприятно. Так, а кто это там за пулеметчик? Кто это там за пулеметчик? Погоди, а ты что, сзади стоишь, да? Со спины? Понял, умничка. Чисто умничка такой, со спины меня решил мэкнуть. Бонжур. Так, тихонечко. Здорово. Дай посмотреть, что у тебя тут есть. Карна. Давай, наверное, эту штуку используем. Я не знаю зачем, но давай используем. Так, до побачення. Понеслась, ребят. Пока не по ним работает, мы с вами залутаемся. Ага, ага.
Это супер-пупер-мугер-пупер-пупер-босс. Супер-мупер-пупер. Понял. Так, побежали дальше. Побежали дальше. Налево, направо, направо, налево. Или это в принципе одинаково? Или в принципе одинаково? Так, мы сюда и пройдем. Да, туда и пройдем. Да-да, давай спрыгнем. Немножечко залутаемся. Так, а это что, знание, да? Да, очко талантов. Хорошо. Можем тогда потратить с вами талант. На что потратим? На... Так, снижает урон в дальнем бою. Восстанавливает. Восстановление энергии может. Ладно, давай сюда пойдем. Тихо-тихо-тихо, сейчас я подойду, погоди. Погоди, Робин Гуд ты наш, погоди. Все. Иду. Сейчас ты меня постреляешь. Что, самый умный, да, я смотрю? Как и твой друг. Ой, началось. Так. До побачення. Я сказал до побачення. Так, минус. Так, стопэ, что это светится? Ага, это грибочек. Так, ребятули, вы бы лучше мне сказали, куда мне пойти, вместо того, чтобы меня вот этого стрелять. Все равно это бессмысленно, у меня неплохая такая броня, вроде бы как бы. Вроде бы как бы даже броня неплохая. Так, бегим. Надеюсь, тут сейчас будет вход-выход. Здесь будет вход-выход. Контрольная точка. Это я пришел туда же, откуда и... Или нет? Если не то же место, я по кругу не побежал. Так, бонжур. Мне вас стрелять не надо. Не будет такого квеста, типа постучи по колокольчикам. Вызови кого-то. Либо тут сейчас будет мини-босс какой-то. Ага, а тут тупик. И шо? Угу. Прикольно, а тут тупик. Так, здорово. Слышь, а ты... Не подскажешь, куда мне дальше идти, не? Не подскажешь, да? Так, хорошо. А сюда залезть можно? Ну, залезь. Угу. Залезь, проверяй. Ладно. И что, мне теперь телепортироваться назад или что? Так. Бонжур. А что вы тут делали, а ну расскажите мне. Так, минус один. Ну раз тут, типа, эти солдаты, значит, можешь сюда идти. Так, ребята, ну помогай. Так, только не мешай мне, потому что я сам не вижу, куда стрелять надо. Так. Отлично, ага, супер-пупер-мега-босс. Все.
До побачення. Мінус. Мінус супер-пупер босс. Ага, еще один. Блин, мне что-то мне кажется, что мы по кругу идем. А мы походу по кругу как-то идем, да? Назад уже. А что ты тут делаешь? А? Ля, как унял. А как уж так гадал, понял. Так, собрать, побежали. Блин, ну походу мы назад возвращаемся. Уж реально это типа все. Уж реально типа все. Ладно, побежали. Просто я помню, перед этим мы в дверь с вами какую-то входили на улице, помните? А как это-то так запрыгнул наверх, скажи мне, пожалуйста. Ну, ребят, помогаем. Давай, ребятушки, помогаем. Так, очко навыков, хорошо. Это всегда приятно. Навыки это всегда приятно. Погоди, 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 стой, стой, стой. Все. Умничка. Контрольная точка. Ну да, я вернулся назад. Я таки вернулся назад. А там дальше тупик, ну вы сами видели. Ладно, сохраняемся. Так, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, наверное, закончить эту серию. А в следующей уже пойти и залутать вот это вот место. Найти ту дверь, где мы зашли в дверь вправо. А попробовать пойти налево. Потому что на любом случае следы нужно тут искать. А здесь был тупик. Так что как бы да. Так, найти след в джунглях. Ну вот, да. Только где этот след искать, я, честно, без понятия. Так, ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом, ребят.